Suntem pentru implementarea reformei, pentru competențe. Noi ne dorim ca aceste reforme, într-adevăr, să fie implicate și informația să ajungă la cât mai multe persoane. Sunt reforme foarte bune, dar e dorit ca să fie implementate cât mai curând. Ne bucură faptul că sunt inițiative care tind să simplifice activitatea întreprinzătorului, anume prin informația care este adusă prin aceste platforme. Toate propunerile care au fost înaintate în cadrul proiectului Bright asupra modificării legislație în vigoare va avea un impact pozitiv atât asupra agențiilor economici cât și a instituțiilor statale. Ca rezultat va reduce din cheltuielile nejustificate care le suportăm la moment. Оптимизация отчетов нужна. Для чего? Для удобства, в первую очередь, бухгалтеров. Это удобство складывается в том, что нужно затрачивать меньше времени на подготовку отчетов и, соответственно, на сдачу этих отчетов в различные структуры. Toate dările de seamă, atât la Inspectoratul Fiscal, cât și la Departamentul de Statistic și la Fondul Social, prezintă în format electronic, este mult mai convenabil, mai optim și mai operativ. Eu aș vrea ca cel mai important ce ar face acest ghid ar arăta că există o problemă de sistem. Businessmanul ăsta e un om de rând care angajează foarte mulți oameni, de salarii la foarte mulți oameni, toate taxele se duc la stat și statul trebuie să vadă că ăștia oameni aduc beneficii. Vrem că sunt un numitor comun și lucrăm împreună. Am fost auziți destul de bine și colaborarea a fost foarte ușoară. Noi veneam cu exemplu din practică, cu probleme pe care le întâlnim. Ei au încercat să le găsească în legislație, după care am ajuns la un numitor comun. Ne-am dat seama unde au avut loc careva încălcări în practică, în exemplu pe care le-am dat, cum ar trebui să fie. Și de aici, din dezbaterile acestea, s-a ajuns la ghidul final. Государства, в смысле чиновники, они не всегда понимают те проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены. И даже если они хотят что-то улучшить, они могут не знать весь круг. То есть нужна более четкая обратная связь, чтобы если у бизнеса где-то болит, это быстро попадало как информационное сообщение государству, чтобы государство могло улучшать ситуацию. Реформы происходят, ну, каждый чувствует ту часть реформ, с которой сталкивается его практический бизнес. Я думаю, что основной посыл должен приходить из бизнес-среды, потому что она лучше знает, что ей комфортно, что ей некомфортно, что может обеспечить ее нормальное развитие, а что, наоборот, убить ее развитие. То есть инициатива все-таки должна идти снизу в этом плане. Изменения есть. Можно ли назвать их улучшениями? Еще говорить рано. На мой взгляд, реформы нужны в каждой стране. То есть любая застывшая система, которая перестала развиваться, она обречена. Другое дело, что в нашей стране реформы, наверное, более необходимы, чем в других европейских странах, потому что Молдова сегодня не может похвастаться успешной и развитой экономикой, и поэтому реформы для Молдовы особенно остро необходимы. Страна держится на своем бизнесе. Если бизнес развивается, страна будет богатеть и развиваться. Если бизнес в упадке, страну ничего хорошего не ждет. Естественно, что любые реформы, направленные на то, чтобы бизнес работал лучше, они должны приветствоваться.